Резкие перепады настроения, нежелание работать и абсолютная апатия не задержатся надолго, если вы начнете танцевать. Влад Яма обещает, что легкие зажигательные движения, которым он нас сегодня научит, не только улучшат настроение, но и поднимут с дивана даже тех, кто прежде никогда не танцевал. Но мы-то танцевали. Здравствуй! О, да. Привет! Необыкновенно рада тебя видеть, потому что в такие дни, когда погода не очень, усталость накопилась, ничего не хочется. А ты всегда такой сияющий, бодрый. Нужно думать о лете и танцевать латиноамериканские танцы. Сегодня мы танцуем самбо. Это не только веселый танец, но и очень энергичный и, что немаловажно, танец заигрывания между мужчиной и женщиной. Щороку до Ріо-де-Жанейро приїжджають мільйони людей, аби на 4 дні поринути в неймовірну атмосферу цього яскравого дійства. На підготовку костюмів та декорацій феєричного карнавалу щоразу витрачають близько 80 тисяч метрів різнобарвної тканини, 40 тонн паперу та 6 тисяч літрів фарби. Місцеві жителі і туристи усі прагнуть потрапити до самбодрому, який вміщує 88 тисяч глядачів. Та щоб це зробити, треба викласти за вхід чималу суму від 600 до 1000 євро. І це тільки за один день. Сьогодні ж ми влаштуємо самбодром просто в студії та абсолютно безкоштовно. Ты на себе испытал, как эти движения из самбо улучшают настроение? У тебя были периоды хандры, когда только самбо и спасало? Вообще-то самбо – это мой любимый танец. Поэтому с хандрой я уже давно не дружу. Надь, сегодня я обещаю, что движений будет катастрофически мало. Они будут не очень сложные, но очень веселые, энергичные. Мало того, мы постараемся сделать так, чтобы вот эта площадка превратилась в настоящий самбодром. Слушай, если это самбодром, и уже есть два танцора, то необходима компания для того, чтобы самбо была настоящей, правда? Да, самбо лучше танцевать, конечно, в компании. Кто хочет потанцевать самбо с Владом Ямой? И со мной, конечно. Практически все. Давай выбирай танцоров. Ты женщин, я мужчин. Ну да, логично. Угу. Пожалуй, вы и вы. А мне нравятся вот молодые люди, активно тянущие руки, которые хотят потанцевать. Идите, пожалуйста, все к нам. Идите, идите. Да, здравствуйте. Здрасте. Здравствуйте. Я прошу прощения, еще не познакомились. Как зовут вас? Дима. Мне кажется, Дима на танцора похож больше, чем я. Серьезно? Вы не находите? Так что, Дим, танцуете? Нет, не танцую. Ну, профессионально. Так, любительски. Как вас зовут? Инна. Инна. А вы танцевали раньше? Нет. Хотите? Да. Мы сделаем это. Дальше вас как зовут? Рима. Рима, красивое очень имя. Римочка, вы в каких стилях танца сильны? Я вообще не танцую. А если Влад Яма на дискотеке подходит, приглашает, а вы говорите, я не танцую? Я надеюсь сейчас научиться. Опа! А вас как зовут? Владислав. Так? Тоже не танцую. Тоже не танцую. Ну, может быть, только медленный танец. Не, ну имя очень танцевальное. Я считаю, что шансы у Владислава есть. Это уже половина успеха. Да. Скажи, пожалуйста, Влад, а мы сегодня в парах танцуем или это какая-то одиночная самбо? Нет, сегодня мы будем танцевать то, что называется самбо Рио-де-Жанейро. То есть это не классическая бальная самбо, которую танцуют на конкурсах партнер с партнершей. Это именно карнавал. А, настроение. Это вот это с перьями, с такими вот штуками? Да. Отлично. Мы готовы приступать. Да. Итак, что мы делаем? Коленки у нас мягкие. На протяжении всего танца ручки вот так перед собой мы согнули и чуть-чуть подать вес тела вперед, так будет удобнее. Дальше. Делаем шаг на правую ногу. Раз. И бедра у нас уходят вправо. То есть с каждым шагом у нас бедро будет двигаться. На левую, влево. И раз, два. Коленки остаются мягкими, помните, да? Раз, два. Ручки начинают работать. Смотрите, небольшой круг вперед, кисти расслаблены. Два. Раз, два. Больше бедер. И чуть-чуть коленки согнуть. Да. Вот. 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 Вот они пошли в ход. И, пожалуйста, вы вставайте уже с диванов и присоединяйтесь к нам. Нужно только немного места. Влад Яма у нас уже есть, значит, все получится. Да. Есть. Хорошо. Ага. Смотрите, мы двигаться будем как бы вокруг правой ноги. То есть левая я буду делать шаги вперед и назад. Правая на месте просто переступает, и мы немножко смещаемся в правую сторону. Да? Давайте еще раз. Угу. Таких шагов у нас будет 7. Считаем. И раз, и два, и три, и четыре, и пять, и шесть, и семь. Теперь нам нужно вернуться на наше место. Уже хандра начинает проходить. А вы с хандрой пришли к нам сегодня? Чуть-чуть, да? Не, ну пасмурная погода, только не самую малость. Все, и уже начинает проходить. Здорово. Теперь идем влево, соответственно, правой ножкой будем наступать вперед и назад. И
три, и четыре, и пять, и шесть, и семь. Молодцы. Да? Есть. Еще разочек, не забывайте о бедрах, да? То есть, если мы говорим о самбе, и вы выучили только шаги, только наступания, это еще не самбо. Да? Если вдруг вы не выучили шаги, но ваши бедра танцуют, это практически самбо. Вот такой секрет. Влад, а ты-то в самбодроме когда-нибудь принимал участие? В настоящем? Я бы очень хотел, Надь. Я очень много слышал от своих друзей, знакомых, но самому побывать пока не удалось. Но ты готовишься? Да. Я уже закупил перья, проволоку. Так. И вот собираюсь это все как-то скомпоновать. А пока без перьев, это у нас будет третье сейчас, да? Да. Угу. Смотрите, сейчас ритм будет чуть-чуть сложнее, но я в вас верю. Как это будет? Раз, вернуться обратно, два и. Теперь с правой. То есть это будет медленно, быстро-быстро, медленно, быстро-быстро, медленно, быстро-быстро, бедра, 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 бедра. Бедра, бедра, бедра. Отлично, смелее. Раз, да, и там. Шаг можно меньше делать. Почти вот на ширину стопы. Раз, да, да, там, да, да, там, да, да, там, да, да, там, да, да, там. Давайте еще раз. С левой ножки. Готовы? И раз, два, и раз, два, и раз, да, да, там. И противоположная рука, да? Правая нога, впереди левая рука. Да, да, там. Та-та-там, па-па-пам, та-та-там, та-та-там. Тоже сделаем в сторону. Левой ногой, точно так же, как мы шли вперед, только шаг будет в сторону. Раз, вернуться, приставить. Право. Вернуться, приставить. Раз, два, и. Бедра на каждом шаге. Раз, пам, и, пам, та-ти-там, та-та-там. Еще. Больше бедер, вот. И на ваши бедра стали более раскрепощенными. Вот правда, амплитуда увеличивается с каждым разом. Давайте сначала все соединим. Помните, мы шли уже мы закончили, вправо, да? Влево, почти. Так. Вперед, в стороны, и останется небольшое ускорение С, как вы просили. Попробуем? Попробуем. Справа мы двигаемся с левой ножки. Раз и два. И считаем 7 штук. 4 и 5 и 6 и 7. Хлопочек. Раз и сразу. 3 и 4 и 5 и 6 и 7. С левой вперед. Та-та-там. Па-па-пам. Па-па-пам. Стоп. 4 хватит. В сторону. Раз. И А2. И А3. И А4. И А. Давайте попробуем под музыку. Да! И там два, три, четыре, пять, шесть, семь. И пам-пам, пам-пам. Бедра, бедра, бедра. Нормально. Вперед, вперед, вперед. В сторону. Там, пам, пам. Дальше будет это. Ого, ничего себе. Это же не самбо. Это не самбо, это подстава, Влад Яма. Мне понравилось, что Влад сказал, о боже, это не самбо, но его ноги в это время танцевали. Немножко нужно свыкнуться с этой мыслью, да, о том, какая скорость у нас. Ну, судя по горящим глазам, я чувствую этот вопрос. А можно станцевать еще раз? Да. Как? Конечно, мы хотим. Да, да, да. Мы хотим закрепить успех, конечно же. По поводу последнего движения. На самом деле это ничего нового. Это то, что мы делали в стороны, только чуть быстрее. А вот, такое вот было впечатление, что ты просто трясешься. Спасибо, я просто... Но очень красиво, очень. Мне уже говорили несколько раз, что мои ноги двигаются быстрее, чем зрачок. Да. Давайте попробуем. Последнее движение сначала медленно. Раз, и а там, и а там, и а там, и ускоряемся. Раз, и а та 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 та. И бедра наши тоже танцуют. Да, та 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 та. Да, да. Только бедра... Смотрите, вы сейчас делаете просто раз, два... А мне нужно на каждый шаг. Раз, и, а, там, и, да, и забирать. Там, пам, вот, супер, да. Смотрите, как растанцевались. О, да вообще. Пошла жара. Ее было не остановить. Ну что, попробуем сначала. И вот это последнее движение, вот, да, нужно, как говорится, вжарить. А как долго будем жарить это? Ну, до румяной корочки. Все, давай. Представьте, большие трибуны, на вас смотрят тысячи людей. Вы едете на большой, мы на самом, движущейся сцене. Да, 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 да. В
вперед. Готовы? Вправо. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Эй! Раз, два, три, четыре. Вперед. Рам. Па-па-пам. Па-па-пам. Па-па. В сторону влево. Рам. Та-та. Готовы? Ух ты! Бедра, 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 бедра. Влад не может остановиться, и тем не менее, мы начнем по порядку делиться впечатлениями. Это очень важно, потому что задача была конкретная – избавиться от хандры. По-моему, нам это удалось. Дим, как вы? Да, это действительно супер. Просто после этого танца чувствуешь такой прилив энергии. Инна? Забываю, что там за окном, что было до этого. Включаешься и в танец, в ритм и переносишься. Что тут говорить? Ваши бедра сказали все за вас. Когда мы делали первые шаги, ваши бедра шептали. А вот в последний раз они кричали. О, как это красиво. Рима, понравилось танцевать самбо? Очень понравилось. Основные движения оказались не такими сложными, только со скоростью нужно поработать. Влад, вот по моим ощущениям, Влад, вы у нас сегодня были самый главный танцор. Вот, спасибо. Как самбо? Делать это утром, еще перед зеркалом, я просто, если бы увидел бы себя, я просохотался. То есть это поднимает настроение, это вообще супер. Что касается смеха, я уверена, что очень многие посмеялись, радуясь тому, как ловко у нас сегодня получилось. Спасибо огромное, Влад. Ты в очередной раз убедил, что танцы – это сила. А самбо – это лучший танец для того, чтобы настроение всегда было отличным. Спасибо вам огромное, Влад. Привет, YouTube! Спасибо, что смотрели наше видео. Если оно тебе понравилось, то не забудь поделиться им в соцсетях и оставить свой комментарий. А также нажми кнопку «Подписаться», чтобы первым увидеть новое видео.